когда начали шельмовать там бандеровцев, фашистов. Говорят, ну, там у них на Украине фашизм. Представь себе, там, у меня товарищ, родственники живут в Виннице. Они им звонят из Екатеринбурга. Что у вас там творится? Они говорят, что творится? Ну, у вас же там фашисты. Они говорят, какие фашисты? Да, вы тоже с ними заодно. Ну, я видел, как семьи разваливаются. Ну, реально, семьи разваливаются, когда люди разводятся. Скандалы между родителями и детьми. Вы не представляете, как это раскололо наше общество? Все-таки Крым расколол и российское общество. И Крым может быть даже не столько, сколько Донбасс. Может быть даже Крым не столько. То есть в России достаточно здравомыслящих людей, которые понимают, что совершена преступная ошибка. Больше тебе скажу, их становится больше. Их становится больше, несмотря на этот вал пропаганды, их становится больше. Потому что все видят, что происходит. Это мир стал прозрачный. То есть столько коммуникаций. Интернет. Ну, конечно. И мир стал прозрачный.